гнев Божий падает на таких родителей и на детей. Потому что здесь храм, как сказал сам Господь, «Дом мой, дом молитвы» наречется, а не детской площадкой. А не детской площадкой. Как это важно сказать, потому что многие не понимают просто это. Приходит в храм, как и всюду, куда угодно. Вы можете где это услышать? Только в храме. Нигде вам на улице не скажут. Напротив скажут: ой, давайте, младенец, как хорошо, все. Да, в храме должно быть благоговение. И все, что мешает молитве, должно быть исключено. Кстати, знаете еще, что должно быть исключено? Вот у нас в академии исключили полностью, а помню, было. С тарелками начинают ходить, расталкивая людей. Люди хватают туда в карманы, в кошельки, кто-то кладет, кто-то сдачи это берет. Какой ужас! Во что превращают храм? Какое безобразие, отвратительное явление! Да еще, а то еще не раз пройдут, то еще два, а то и три. Ш, безобразие какое! Храм мой домом молитвы наречется, а не сбором денег.